Хочу показать доказательства тем, кто не верит, да, что столько бонусных баллов у меня на круизы. Это вот черная карта, ну, потому что у меня директорский ранг, да, у меня не золотая, а черная карта. А это голубая карта. То есть сюда ничего не пришло, никаких штрафных у меня, ну, так сказать, неоплаченных счетов, так сказать, не было, да. А это подаренные бонусные баллы от компании на бронирование круизов. А это возвращенные средства на два круиза, которые я бронировала, да. Вот, у меня оставалось не так уж и много. Но потом все деньги возвратили назад, и снова у меня большая сумма. И она становится каждым месяцем все больше и больше. И если вот нажать на вопросик сюда, да, здесь идет описание, что это такое. Ваш баланс равен вашим членским взносам, умноженным на 2. Минус все использованные бонусные баллы с черной карты. Вы можете использовать 100% своего баланса бонусных баллов для оплаты до 100% итоговой стоимости вашего бронирования круиза. Членство вознаграждается. Ну, это обо всем говорит. Бонусный балл мне дарила компания, да. Но если бы я накапливала, они бы умножались бы в 2 раза, да. То есть вот эту сумму нужно было бы поделить просто на 2. Это была бы та сумма, которую ты своими личными средствами сюда внес. Вот так.